Курица, сыр, ананас. Этот бит качает вас. Курица, сыр, ананас. Делай полный расколбас. Бас, бас, арбас, бас, бас, арбас. Курица, сыр, ананас. Этот бит качает вас. Курица, сыр, ананас. Делай полный расколбас. Этот бит качает вас. Вы спросите, наверное, куда я еду? Мороз минус 5, 8:30 утра на велике. Знаете куда? Я еду в Орзель. На электричку, на метро и в гавань, в Киев. С Никитосами. И с МТБшниками. Будет жестко. Ты куда, легенда? Это мы были неделю назад, я там мой сломал, так что я нормально. Это вилка новая? Да. А ты продал? Да, это... Нет. Сколько? Ты что говорил? Очень сколько. Порив'янку в Карпати. 8 hours later. А куди? Мапу снимай, снимай. Жесткі трюки від мамича. Оце до жесть. Поїхали. Давай, погнал. Потеряли пацана. Three weeks later. Day two. Day three. Наконец-то. Только. Наконец-то, это трындец, я сделал хотя бы как-то. Только блогер, он один квадратный метр. Сейчас будет выдать бортвист. Да-да, смотри. Смотри, видел флэр? Видел флэр? Да, да еще раз увидел. Ну, не знаю.
тебя 10. Громко, конечно. Снег, велик и я. Что, погнали в Киев, пацаны, гавань? У нас сегодня банда такая нормальная вообще. Крутая кавочка будет, надеюсь. Снежок. 2 hours later. Мы на Хрещатик. Рюкзаком сложно, конечно. Вообще, братан. Thank you.
красота. Так, ми на Поштовій. Смотрите, вот там вот под аркой Дружбы народов сейчас Double Triple Fest. Такое вот соревнование для лыжников и сноубордистов, там снег накидан. И мы с Димончиком на данный момент решили, что гулять так гулять, и мы едем туда. Как едем? Как сказать едем? Мы туда идем, потому что сейчас очень жесткая Володимирская гирка будет. Ну ладно. Вот человек и вот этот холдрайд. Вот и снег пошел. Да, масштабы поражают. Смотрите, какая рейла. Жестко. Опаньки! О, грейпфрут.